Вот, собиралась спеть что-нибудь такое, эдакое, лиричное, такое вот проникновенное. Но пришла и поняла, что не хочу, хочу спеть дурацкую песню, которую я написала давным-давно, когда-то в юности. Вот что-то хочется, не знаю. Зрелость. Желаешь добраться до самого неба по веревочной лесенке. Это так смело и неумело, ломая слова. Расскажешь про горы и города. Тебе надоели стены, квартиры, друзья и враги, и просто кретины, большие картины, электрический свет. Ты вроде бы есть, а вроде и нет, а я пою о том, что нравится. Я иду, куда мне хочется. Говоришь, что я красавица, а я подруга одиночества, но мне так нравится. И мне так хочется. По узким тропинкам, по берегу моря, по тоненьким льдинкам, по краешку горя спешишь, так боясь опоздать не успеть, чтоб что-то сказать или что-то пропеть. Взлетаешь все выше и падаешь снова, навек отрекаясь от дома родного. Жалеешь и хочешь вернуться назад. Твой рай оказался похожим на ад, а я пою о том, что нравится. Я иду, куда мне хочется. Говоришь, что я красавица, а я подруга одиночества, но мне так нравится. И мне так хочется. Я пою о том, что нравится. Я иду, куда мне хочется. Спасибо! Саша, спасибо тебе огромное. Подойди, пожалуйста, ко мне. Спасибо тебе за талант. Или не будем еще пока об этом говорить. Но ты уже, как ты сама выразилась, уже женщина взрослая, да? В юности писала стихи, в юности писала. Поэтому я тебе такую книжечку под... Это написали ее Константин Вихляев, который только что выступал. Да, это его авторская книга вместе со своей супругой Ютой Арбатской. «Шипы и розы». И вот так, диплом, точнее, лауреата нашего фестиваля. Мы хотели номинацию такую обозначить. «Новая волна».